Привет, любимый зритель! Сегодня с тобой вновь Элли Ю. Я не могла пропустить такое событие. Сегодня в Чирос Помодоро Blue. I can, I will, I know I can untie these hands and get back up again. I can, I will, I know I can untie these hands and get back up again. Итак, парни, это ваш первый визит в Ригу. Да, это замечательное место, милые люди, мы очень рады быть здесь. Спасибо за теплый прием. Приедете еще раз? Только если ты нас пригласишь. Я приглашаю. Скоро вернемся. Я вернусь на следующей неделе. Отлично, сохраним это в секрете? Мой твой секрет, окей. Во всем виноваты твои зеленые глаза. Я хочу написать о них песню. Серьезно? Песню о моих глазах? Думаю, да. Скажи это еще разок. Вот я проболтался. Теперь мы все хотим написать песню о твоих глазах. Вам нравится в Чирос? И расскажите, как вы оказались в Чирос Помодоро? Чиро наш очень-очень-очень хороший друг. Мы знакомы с Чиро уже давным-давно, примерно 6 лет. Да, Чиро? Я верно говорю? Да? Да-да, так долго. Нам очень нравится Чиро и его ресторан. В Англии мы часто заходим к нему. Чиро гостеприимный хозяин. Вот даже сейчас мы находимся в прекрасной Латвии благодаря Чиро. А я рад вас принимать здесь. Это наслаждение. Каких гостей в твоем ресторане нам ожидать в ближайшее время? 18 числа следующего месяца к нам приезжает Антонио Форчионе. Это фантастика, он уже подготовил хорошее шоу. Антонио очень известен, и, кстати, когда в прошлом году он выступал, ваш президент пришел за кулисы, чтобы с ним познакомиться. Он сказал, что Антонио – мастер, умеющий заставлять гитару петь.